Всем привет. И меня запирали в магазинах. Вы это уже помните, вы это знаете. Если не помните, посмотрите обязательно, как меня запирали и в Пятерочке, и в Дикси. Теперь меня заперли в ресторане. В KFC меня заперли. Точнее, не меня, а нас. И, как видите, я облысел уже. Да, с первых секунд. Помыли пол, называется тут. В KFC помыли пол. Ах, они еще и плагиаты KFC-то. Они стырили логотипы Бургер Кинга. Ах, они еще и плагиаты. А, ну все, я сдох уже, да? Да, конечно. Плагиаты какие. Вы посмотрите просто. Вы посмотрите, они... Ой-ой-ой. А, что... понятно. Ай-яй-яй, их наказать за это. Ой, а где я? А, все, я. Ну, вот я. Ермак. Классический Ермак. Ермак-повелитель душ. Невидимый Ермак-повелитель душ. Все, я прошел первое испытание. Ну как в Дикси? Мне еще и Дикси сплагиатили, прикинь. Магазин KFC. Да зачем мне магазин? Ну они почти сплагиатили. Они почти сплагиатили, как бы. Не почти. Почти, да. Вот совсем чуточку. Откройте дверь, пожалуйста. Ага. Наша любимая курочка. Опа. Ага. Ага, вот... А, нет. Так, значит, первая вот сюда, вторая туда. И третья, наверное, все посередине, да? Ну, рискнем. Нет. Третья такая же в конце, прикинь. Ладно, просто идем прямо. Просто идем прямо. И... Ну, хотя было бы, да, соглашусь. Было бы банально, если бы... Первая там такая-то, вторая такая-то, третья такая-то. Нет, все-таки надо делать два раза одинаковых полос вот этих самых. О, наши любимые курочки. Да. Курочки с побочным эффектом. По бокам еще, кстати, тоже плохо по бокам, поэтому остерегаться тоже надо. О! О! Ладно. Все, меня нет. Я упал. Упал, кости сломал. Кстати, возможно, сниму тоже видео по сломанной кости режиму. Возможно. А может и нет. А может и да. Кто покусал? Кто бургер покусал? Объясните мне. Почему дает... Почему дают здесь погрызанные бургеры? Почему? Почему? Так, ладно. Дальше у нас трубы. Трубы почему-то порезанные. Ой. А кто порезал трубы-то? Объясните. Какой-нибудь, не знаю, ниндзя? Какой-нибудь ниндзя порезал эти трубы? Ну, дальше легко. Я там как-то перепрыгнул, а дальше все легко. О, дальше надо идти по картошинам. Да, по картошинам надо идти. Да зачем мне пропускать-то? Ау, зачем мне пропускать? Я буду сам все проходить по-честному. Кто-то уже упал. Угу. Какая-то, кстати, странная картошина, заметили? Очень странная. Это реально картошины? Картошины фри. Ладно, пройдем аккуратно. Пройдем аккуратно. Ага. Отлично. Идем. Кстати, да, можно было вот оттуда перепрыгнуть вот сюда. Это очень удобно. Но нужно при этом очень даже постараться. О, мы на подносе будем сейчас. Это поднос. Да, наш любимый. Кто нам закинул тухлые печенья какие-то? А, или что? Это так должно быть? Вот такие печенья. Это так должно быть?
Или они реально протухлые? Так, ладно, не будем тупить. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Отлично, пропрыгали. Дальше идут какие-то столбы. Тоже картошины, наверное. Понятно. Все, побочный эффект пошел. В смысле? А в смысле тут-то начинаем? Ладно. Допустим. Кто положил бургер без булочки? Верхний. Объясните мне. Я за что деньги заплатил? За что тут деньги платят? За неполные бургеры? Ай, меня съели. Ай-яй-яй-яй. Меня съели. Все, меня съели, походу. О, еще зубы-то не чистим. Да, вот что бургеры делают зубами. Да. Имейте в виду, вот что делают бургеры с зубами. Вот такие вот они, тоже как картошины. Все, наша цель в рот идти. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Все, можно встать. Кстати, как в Бобби Абобби, помните? Как в Абобби, мы тоже там к нему в рот попадали. Вот, а. Я думаю, проиграл. Кнопка прыжка, работай. Я верю. У кнопки прыжка все получится. Или почти. Понятно. Во-первых, мы это испытание прошли. А во-вторых, вы не против, если я буду без звука играть? Не против? Я не знаю, кому как удобнее. Ну уж извините, мне удобнее без звука в данный момент. Так. Не надо мне никаких... Что там было? Кнопок каких-то там. Кстати говоря... Да что ты будешь делать, а? Так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ах, ай-яй-яй-яй-яй. Же меня мучают. Как же меня мучает эта неработающая кнопка прыжка. Прыжок, а работай. Или не работай. Да нет, не работай. Че? Нет, конечно, не работай. Прошел. Да, теперь... Нам нужно вот так вот прыгать. А в чем? А, наверное, нужно наоборот все облететь. В смысле? Мне нужно наоборот... Да как? Как? Ладно. Да, ну почти. А. Хупа. И как? Объясните. Объясните, как? Я прыгаю. Всеми способами стараюсь. Ага, сейчас. Да, веселый кот обзавидуется. Таким режимом веселый кот обзавидуется. Пардон, я ухожу обратно. Как мне наверх? Как мне наверх обратно подняться? Ладно, рискнем. Ну, конечно. Кости с побочным эффектом. И за что эти кости отвечают вообще? Объясните. Вообще, где мы ходим? В руках? В ногах? В животе? Где мы ходим? Где мы ходим вообще? И как? Меня убил воздух. Хорошо. Раз. Два. Конечно. Развалился, как обычно. Раз. Два. Не хочу я покупать ваши бомбоксы. Раз. Два. Три. Так, отлично. 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 Четыре.
5. И финалочка. 6. Отлично, вы прошли эти кости. И, ну, дальше тут легкотне, да? Если, конечно, тут ничего ломаться не будет. Как в Бобби о Бобби. Там доски были, там, которые ломаются. Доски были с необычными. Дети поймут, да. Ах, ну, давай. Хоть не с первого, хоть со второго пройдем. Да. Опа. И хопа. Все. Дальше какая-то каменный какой-то тоннель. И что это такое? Это что, это попа, что ли? Это попа? Походу, это попа. А это отходы попные. А в смысле, а чё? Ладно, попробуем. Давайте, рискнем. Хоп. Так. Я не пойму, как это работает, а? Как? Никак, походу. Ага. Нет, ну замечательно вообще. Да я не успеваю. Да почему? Вот. Скорость ускоряет, а прыжок нифига. А ну вот хотя бы так. Да что я в самом конце слился? Да почему? Тут, кстати, такого бага нет, к сожалению, как в Дикси. Помните? Сразу долетел до середины испытания. И потом сразу уже был в конце испытания этого самого. Да. Ай-яй-яй. Я что-то не понял. Там еще такие испытания. Да вы офигели, что ли, совсем? Это вообще как? Там еще такие испытания. Да я же вообще с ума так сойду с вами. Ой, веселый кот в чат, приходи, пожалуйста. Приди, веселый кот, к нам в чат. Это нереально. Это каким нужно быть лютым профессионалом, чтобы это пройти, а? Объясните. Вот в малыше Бобби, а Бобби было легче. В том испытании, хоть я его не с первого раза мог, конечно, пройти, но там оно было конечное, но оно было легкое. Там и скорость была ускорена, и прыжок. А тут только скорость, а прыжок нифига не ускорен. Прошел. Я это прошел. И что мне делать? О, теперь нас выпустили в канализацию, называется. Вместе с отходами. Нам нужно найти способ добраться до этого рычага. До какого? А, понимаю, конечно. Нас вот... Нас могут убить. Нет, ну а как? Перейти к концу, это что такое? А, я понял, кажется. По вот этому вот мусору надо нам пропрыгать. Не все так просто ведь. Не все так просто, здесь все проработано. В смысле, это что, унитаз? Там кусок унитаза вы видели? Хм. Странно. Очень странно. Ладно. Но тактику я понял вашу. Тактику я вашу свою. Вот, смотрите. Это унитаз. Это маленький унитаз. Хм, странно. Это очень странно. Это какой-то игрушечный унитаз. Потому что настоящий он... размеров. Да. Вот что называется побег из KFC. Мы продолжаем бегать в этой канализации. До сих пор проигрываем каждую секунду. Да почему? Вот объясните, вот. А, все так просто? Серьезно, всего-то? Всего-то?
Всего-то надо было вот по этой маленькой точке пропрыгнуть. Угу. Хопа. Все. Рычаг. Открыли мы рычаг. Идем дальше. Хопа. Хопа. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Дальше нам нужно... Ничего себе, канализация усовершенствованная. Еще какие-то лестницы пошли. Хм. Нормально. А знаете, а по-моему, побег из KFC намного масштабнее всех. Серьезно, в конце меня ждет мусор? А нет. О, вот это канализация. По полной программе. С откусными бургерами. Хопа. Отлично, мы идем. Да. Я точно не помню. Можете меня поправить. А вот, кстати, в комментариях напишите, а какой, по вашему мнению, самый масштабный режим? Какая самая масштабная игра, по вашему мнению? Вот напишите в комментариях, пятерочка, Dixie или KFC? То есть, что вам понравилось? Больше всего пятерочка, побег из пятерочки, побег из Dixie или побег из KFC. То есть, вот этот, по моему мнению, самый масштабный это побег из KFC. Побег из KFC, да, конечно. Кажется, на вид простой, но нет. Он гораздо масштабнее, чем Dixie. В Dixie тоже, а нет, в Dixie не было канализации. Не, в Dixie, конечно же, не было в канализации. Тут-то она, конечно, есть канализация. То есть тут даже с канализацией всякие испытания. Плюс. А, серьезно? Мне надо было в мусорку? Мне надо было в мусорку залезть, ладно? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такого за точно нигде не было. Ни в пятерочке, ни в Dixie. Такого точно нигде не было. Ладно. Такого вообще нигде не было. Ну хорошо. Хорошо. Нам нужно добраться до конца. Ой, веселый кот обзавидуется вот этим вот испытанием. Веселый кот. Веселый кот, а ты что думал? Вот такие сейчас нынче испытания пошли. Серьезные. Что, до сих пор шатается? Посмотри. А сейчас останавливается вроде. Все, остановился. Ой-ой-ой-ой-ой. Веселый кот. Как тебе такое испытание, веселый кот? Все, я дошел до... Ага. До конца. Нам нужно добраться до этой двери. Всего-то? Всего-то вот эти лазеры пропрыгать? Пфф. Нет, ну это вообще... Веселый кот. Да вообще не только веселый кот. Любой пройдет это испытание с первого раза. Любой продвинутый игрок, я имею в виду. Новичок, потому что и не с первого раза. Да. Нам нужно попрыгать по пицце. Пицца, пицца, пицца. Отлично. Я точно знаю, что по этим штукам... оборванным, которые лежат вот в этой вот штуке. По ним прыгать нельзя, иначе конец. Да. Ну и так уже можно допрыгнуть и нам вентиляцию. Повтор, да. При повторе я наконец-то добрался до этой вентиляции. Но вентиляция-то уж везде была. И в пятерочке, и в Dixie. В Dixie... Dixie была вентиляция вообще? Я что-то не особо помню. Не особо хорошо. Вот в пятерочке, да, в пятерочке были такие заковыристые лабиринты вентиляции. Конечно. Старая добрая традиция наша по вентиляциям лазить.
О, господи, ты прям закулисье какое-то уже. Да ничего я не хочу у вас покупать. Ничего. Так. Отлично. Отлично. Присоединяйся к группе бесплатно. К какой группе? Понятно. А может мне сюда? А как вы думаете? А нет. Все-таки мне не сюда. Мне все-таки в другую сторону, видимо. Ну туда нельзя. Это я помню. Так. Ага. Добро вам сюда сперва. Так. Так, так, так. Skip stage. Нет, нет, нет. А что нам дальше требуется? Что нам дальше нужно? Наконец-то мы закончили. Пошли в туннель. Все, я закончил. Уже? Вы посмотрите, какой маленький ресторан. И сколько много испытаний мы прошли. Ты посмотри. Точнее, вы. Не ты, а вы. Все, я сбегаю отсюда. Я не хочу больше здесь находиться. Все. Я молодец. Я прошел. В общем, да. Вот такое. Кстати, смотрите, сбежать. Сбежать из садика мистера зла. Это что такое? Это реально такая игра существует? Если существует, то следующее видео определенно будет подобного вида побега, да. Ладно.